Теремок ТВ представляет. Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки пойдут в зоопарк ухаживать за животными. Давайте поможем им одеться. Привет, Маша! Ты готова пойти в зоопарк? Тогда давай заглянем в твой шкафчик. Что же выбрать? Может, так? Да, это не подходит. Тебе будет очень неудобно. Давай так. Ой, такое платье будет очень жалко испачкать. Может, так? Отлично! В этом наряде будет очень удобно. Привет, Катя! Катя, не зевай! Тебя ждут звери! Давай выберем тебе наряд. Как много вещей! Давай так. Ой, как смешно! Но мы идем не на карнавал. Может, так? Тебе не нравится? Ну вот. Ну, давай так. Отлично, Катя. Хороший выбор. Лиза, привет. Тебе не терпится пойти в зоопарк? Ну, тогда давай выбирать, что надеть. Какие интересные наряды! Давай вот этот. Не нравится? Может, так? Что же тогда? Хочешь это? Ну, ладно. Девочки пришли в зоопарк ухаживать за животными. Маша кормит слона. Катя расчесывает лошадей. А Лиза... Лиза, кажется, кенгуру приняли тебя за свою. Какая ты забавная! Это Маша... Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки отправятся в космос. Надо хорошенько подготовиться. Давайте им поможем. Привет, Маша! Ты волнуешься? Вот и хорошо. Давай выберем тебе удобную одежду. Что же нам надеть? Может, это? Нет, это не пойдет. Давай так. Да, этот наряд совсем для других целей. А давай так. Вот и отлично. Легкий скафандр защитит тебя на борту. Катя, привет! Это космическая еда? Молодец, привыкаешь. Но давай выберем тебе подходящий наряд. Что же выбрать? Давай так. Ой, откуда у тебя такой костюм? Нет, давай что-нибудь другое. Да, платьем не место в космосе. Может, так? Отлично! В этом скафандре хоть в открытый космос. Привет, Лиза! Ты готова полететь в космос? Тогда давай поскорее выберем тебе наряд. К
Какие наряды! Вот это точно подойдет. Не нравится? Тогда давай так. Очень интересный костюм. Тебе снова не нравится? Ну что же тогда? Это? Ой, ну как хочешь. Девочки отлично подготовились. Маша в своем легком скафандре прекрасно чувствует себя на борту. Катя работает в открытом космосе. Лиза, ты комета? Какая ты забавная! Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки отправятся сажать молодые деревья в парк. Что же им надеть? Привет, Маша! Ты готова пойти в парк на посадку деревьев? Тогда давай выберем тебе подходящую одежду. Сколько вещей? Что же выбрать? Давай начнем с этого. Нет, в этом точно будет неудобно. Давай так. Да, на улице весна. В этом будет жарко. Давай, может, это? Отлично! И не забудь лопату. Вот теперь ты готова. Привет, Катя! Ну что, выберем тебе подходящую одежду. Что же подойдет? Давай так. Это, конечно, удобно, но не то. Может, это? Так ты замерзнешь и испачкаешься. Вот это точно подойдет. И не забудь лейку. Отлично. Ты будешь поливать деревья. Привет, Лиза! Я вижу, что тебе не терпится пойти сажать деревья. Ну, давай заглянем в твой шкафчик. Так-так, давай попробуем это. Да, это подойдет совсем для другого случая. О, вот это точно сгодится. И это не нравится. Что же тогда? Это? Но тебе будет неудобно. Ну, как хочешь. Девочки отлично подготовились. Маша сажает деревья. Катя поливает деревья. А Лиза? Лиза сама решила стать деревом. Какая ты смешная, Лиза! Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки отправятся на вечеринку костюмов разных эпох. Давайте поможем им одеться. Привет, Маша! Ты готова пойти на праздник? Отлично! Тогда давай поскорее заглянем в твой шкаф. Что же нам надеть? Может, так? Так, согласна. Давай попробуем так. Да. Это не в твоем стиле. Давай посмотрим что-то еще. О, может так? Викторианская эпоха – отличный выбор.
Здравствуй, Катя! Ты листаешь журнал мод? Отлично! Давай поскорее выберем тебе наряд. Так-так. Давай начнем с этого. Да, слишком пышно. Давай попробуем это. Ой, это же мушкетер. Ну ладно, давай попробуем это. Отлично, это костюм из эпохи Средневековья. Привет, Лиза. Ты готова выбрать наряд? Отлично, давай заглянем в твой шкафчик. Что же выбрать? Давай попробуем так. Да, тебе не очень идет. А может так? Очень здорово! Тебе опять не нравится? Ну что же ты хочешь? Это? Ну, как хочешь. Девочки отлично подготовились к вечеру. Маша в костюме викторианской эпохи. Катя в средневековом костюме. А Лиза? А Лиза исполняет древний танец. Лиза, ты настоящий первобытный человек. Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки отправятся на кулинарные курсы. Давайте поможем подобрать им наряд. Привет, Маша! Ты готова приготовить что-нибудь вкусное? Отлично! Тогда давай поскорее заглянем в твой шкаф. Что же нам надеть? Может, это? Да, это слишком. Может, так? Это совсем не в твоем стиле. Давай попробуем вот это. Отличный выбор! Ты похожа на настоящего повара. Привет, Катя! Ты уже ешь пирожные? Отлично! Давай поскорее выберем тебе наряд. Сколько одежды! Давай попробуем вот это. Да, в этом будет не очень удобно. Может так? На кухне нужна чистота, но это слишком. Давай так. Отличный выбор. То, что нужно. Привет, Лиза. Ты готова отправиться на кулинарные курсы? Тогда давай заглянем в твой шкафчик. Что же выбрать? Давай попробуем так. Да, тебе не очень идет. А может так? Очень здорово! Тебе опять не нравится. А что ты хочешь? Это? Ну, как хочешь. Девочки отлично подготовились к кулинарным курсам. Маша печет эклеры. Катя приготовила вкусный салат. А Лиза сама как вкусный торт. Какая ты смешная, Лиза! Это Маша, Катя и маленькая Лиза.
Сегодня девочки отправятся в фотостудию, чтобы сфотографироваться. Привет, Маша! Ты готова выбрать красивый наряд для группового фото? Тогда давай заглянем в твой шкаф. Что же нам надеть? Давай начнем с этого. Да, не очень. А может так? Да, слишком пафосно. А давай так. О, как стильно! Хороший выбор. Привет, Катя! Ты готова к фотосессии? Отлично! Давай поскорее выберем, что надеть. Ох, сколько тут всего! Давай попробуем это. Да, это слишком. Давай так. Да, это выглядит странно. А может так? Отличный выбор. Очень лаконично и изящно. Привет, Лиза! Ну что, будем сегодня фотографироваться? Давай поскорее выберем тебе наряд. О, давай попробуем это. Ой, как красиво! Тебе не нравится? Ну ладно, давай попробуем это. Какая красота! Но ты опять недовольна. Что же ты хочешь? Это? Ну, как хочешь. Девочки замечательно выглядят и готовы фотографироваться. Но где же Лиза? Лиза, но девочек совсем не видно. Отличное фото! Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня девочки будут учиться плавать. Какие же наряды им выбрать? Привет, Маша! Ты готова пойти в бассейн? Давай выберем тебе наряд. Как много у тебя вещей! Давай наденем это. Ой, как смешно! Но ты уже взрослая. Давай так. Ну, по мне, так отлично и безопасно. Не нравится? Ну, давай тогда это. Потрясающе! В этом будет очень удобно. Привет, Катя! Ну что, поплаваем? Отлично! Давай исследуем твой гардероб. Так много интересного. Давай наденем это. Да, это слишком старомодно. Тогда давай так. И это не нравится. Может, тогда так? О, ты будешь заниматься дайвингом. Как здорово! Привет, Лиза! Ты готова поплескаться в бассейне? Тогда нужно подготовиться. Интересно, что же выбрать? Может, это? Не нравится? Тогда давай так. И это не годится. Но что же ты хочешь? Это? Но ведь в этом будет неудобно. Ну, как хочешь.
Девочки отлично подготовились. Маша плавает брасом. Катя занимается дайвингом. А Лиза? А Лиза не может плавать в таком костюме. Эх, Лиза, Лиза. Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня у девочек очень важный день. У них выпускной бал. Давайте поможем им выбрать самые красивые наряды. Привет, Маша! Ты волнуешься? Ну и отлично! Давай выберем тебе одежду. Как много красивых нарядов! Может, так? Ой, в таком платье тебя могут не пустить. Давай лучше это. Здорово! Ты будешь королевой бала. Тебе не нравится? Может быть, это? Потрясающе! В этом будет очень удобно. Привет, Катя! Ну что, ты готова? Не волнуйся, Катя, сейчас мы выберем тебе платье. Как много интересного! Мне нравится вот это! Да, мне тоже не нравится. Может, так? Да, для такого события очень сухо. Предлагаю этот вариант. О, ты выглядишь потрясающе! Привет, Лиза! Ты будешь сопровождать своих сестер на выпускной бал? Отлично! Давай посмотрим, что тебе надеть. Интересно, что же выбрать? Может, это? Да, это слишком смешно. Тогда я предлагаю этот наряд. И это не годится. Но что же ты хочешь? О, ты хочешь стать королевой бала? Ну, давай попробуем. Девочки выглядят потрясающе. Маша выглядит просто прекрасно. Катя выглядит как настоящая леди. А Лиза – настоящая королева бала. До свидания, девочки!